В Москве закончился пробег «Дороги России», который проводился в рамках ресурсного испытания моторного масла «Лукойл Авангард Профессионал XLE 10W40» для коммерческих автомобилей. На протяжении более чем 2 месяцев тягач Ford Trax F-Max с полуприцепом, загруженным балластом в 15 тонн, двигался по тщательно продуманному маршруту, в который входили дороги разного уровня сложности. Мы проехали практически всю страну, побывали на Дальнем Востоке, проехали Сибирь, опустились на юг до Ростова-на-Дону, испытали масло во всех условиях, как горной местности, так и равнинной, по температурным режимам, как и плюсовая погода, так и минусовая. Попадали и в гололед, и в снегопад, и автомобиль себя показал с хорошей стороны. Позади 30 тысяч километров дорог России, часто непредсказуемых и откровенно сложных, современных и не очень, идущих через горы с опасными перевалами и бесконечные равнины в разных климатических зонах. Все это время тягач Ford F-Max, оснащенный двигателем EcoTorque мощностью 500 лошадиных сил, отлично справлялся со всеми испытаниями. С легкостью брал крутые подъемы и перевалы. И здесь особую роль сыграло моторное масло, которое помогало двигателю выдерживать нагрузки, а главное, обеспечивало его надежную защиту. Поскольку испытание моторного масла «Лукойл» было одной из основных наших задач, то мы каждые 10 тысяч километров брали пробу масла. Делали это мы в городах по пути исследования, благо везде, фактически везде есть центры обслуживания. И каждый раз мы отправляли эти пробы в Москву на независимую экспертизу. И сейчас пришла пора поставить финальную точку в нашем пробеге, потому что только что пришли результаты экспертизы последней пробы масла. Проведенные исследования моторного масла «Лукойл Авангард Профессионал XLE 10W40» подтвердили высокую стабильность его эксплуатационных свойств, а также их достаточный запас для дальнейшего использования. Речь идет о таких важных показателях, как вязкость, щелочное число и другие. Подводя итог автопробега, можно уверенно отметить, что техника, масло и вся команда отлично справились с поставленными задачами.